И снова здорово, с вами Маркус. У нас на этой неделе двойные выплаты на выживание, так что я думаю, стоит рассказать о нескольких картах, в которых вы 100% сможете пройти все 10 волн, или даже больше, если вы поставите количество волн как бесконечное. Это подойдет как и для новичков, так и для опытных игроков, ради интереса или даже ради ачивки. Начнем с первой карты. Карта называется «Свал». Сразу скажу, на каждой карте мы будем сидеть в мусорках, как это ни странно, но это самая хорошая точка для отстрела врагов, и вас сложнее попасть, так как вы стреляете из-за укрытия постоянно. Данное место находится рядом со зданием, то есть вот вы отспавнились, и они прям рядом с вами находятся, то есть не надо далеко бежать. Сразу же сели и отстреливайтесь. Если вас двое, то тут даже две мусорки. И в принципе даже здесь и четверо можно сесть, только чуть-чуть будет неудобно, что вы каждый будете друг дружке сначала попадать, нежели по противнику. Я лично не стал одерживать все 10 волн. Единственный минус данного места в том, что неудобно стрелять противников, которые находятся с другой стороны укрытия, и вертушки. Две ваши большие проблемы будут, а все остальное можно спокойно сделать. Если вас, конечно же, двое, то один отстреливает с другой стороны, другой с другой, и все будет отлично. И вертушки вы можете, в принципе, тоже так же отстреливать. Пользуя хоть обычный пистолет, хоть пулемет, смотря что у вас будет. Вторая карта называется «Жидкое золото». Здесь мы выживаем уже на ламезе. И опять же, здесь есть мусорки. Их две, но они находятся не рядом, а по двум разным местам. Вот я сейчас направляюсь в первый, самый удобный из двух возможных. Также засаживайтесь и отстреливайтесь от противников. Можете хоть пистолетом, хоть чем угодно. Если же вы начали с другом, то советую ему сесть в другую мусорку, либо где-то рядом ошиваться. Но опять же, есть вторая мусорка, которую я сейчас вам покажу. Вторая мусорка находится практически рядом, то есть надо вот перебежать дорогу данную и засаживайтесь во второй мусорке. Есть одно, но надо уничтожить данный бак с горючим. Так как, когда будут бежать противники на вас, они будут попадать в него, и в какой-то момент он взорвется, и убив вас. Я уже пробовал, я уже умирал, знаю. Так что не советую так делать. Сначала отстрелите, а потом спокойно засаживайтесь и сидите там. Все противники будут бежать либо на одного, либо на второго, если вас будут двое. И вы будете оба сидеть по мусоркам. Будет очень удобно, потому что будет идти перекрестный огонь по противнику, и вы спокойно всех перестреляете. И опять же, минус — это вертушки. Вертушки будут вам мешать, их придется постоянно отстреливать, каждому из вас. Ну и третья карта под названием «Выживание в Степ-Сити». Здесь же у нас одна большая высокая мусорка. Стрелять здесь придется не из укрытия, а постоянно стоя. Но если стать в данном углу, то противники по левую руку, которые будут на вас бежать, не смогут вас попадать. Вы сможете попадать спокойно противников, стреляя через текстуры, они же нет. Но есть одно но. Стрелять вы сможете либо только с ПП, либо с какого-либо пистолета. С дробовиков не особо удобно, потому что большой разлет. Автомат он не берет в руки, не может стрелять. И, естественно, винтовки то же самое. Опять же, как и на всех картах, единственная ваша проблема — это противники, заходящие со стороны тыла. Но если у вас будет друг, вы спокойно сможете отстреливать и тут, и там. И можно пройти спокойно до 10 волны. И что же по итогу, пройдя все выживание, вы получите? Первое — это от 80 до 100 тысяч долларов. Для новичков это хороший старт, да и вообще хорошие бабки в любом случае. Второе — это кучу опыта. Можно за одно выживание, будучи новичком, апнуть уровней так 10. И третий, еще один утешительный приз — это ачивка в вашем стиме, если вы играете через Steam. Ну а ребят, у которых есть офис, терабайт, опрессор и какой-нибудь из складов, то я советую пофармиться на этом. Сейчас на этом у нас двойные выплаты, как все знаете. Можно закупиться складами и фармить. Я лично ради интереса хотел узнать, сколько можно сфармить за час на всех двойных выплатах, которые сейчас имеют. И вот что у меня вышло. Первое, с чего я начал, это задание наемный убийца. И сразу же говорю, запускайте его только в городе. Если вы запустите в округе Блейн, все точки будут раскиданы по карте. В городе же все точки скучкованы, и дальше города они не выходят вообще. То есть 5 минут на выполнение этого задания — это среднее время. После выполнения этого задания у нас падает 5 минут КД на все задания босса и 10 минут на наемного убийцу. После этого я вызываю терабайт, запускаю из него задание по доставке 3 коробок, доставляю их. Если вам будет вести,
стоит, то постоянно будет падать машина, и это вообще самое быстрое, что можно сделать. Потом я дожидался 5 минут и запускал задание на лед с ограблением. Запускайте задание, выбираете точку ближе к вам, которая находится. То есть там есть лагерь альтруистов, база Мэриуэзерс. Я лично выбрал Малс, потому что он был самый близкий. Долетел, забрал портфель, долетел, сбросил, получил еще за это 30. Сейчас, получается, я прибыли на 73 тысячи, не считывая коробки. Потом я опять запускаю задание по доставке коробок. То есть выполняю это где-то за минут 5. Это уже зависит от вашего личного везения. Могут и выпустить 3 коробки, могут и выпустить просто одна машина. После этого я выполняю задание наемной убийцы и получаю еще 42 тысячи. То есть у меня КД на задание прошло, и я спокойно его выполняю. Потом опять же беру 3 коробки, увожу. И к этому времени уже прошло полчаса. Чистыми у меня на руках 120 тысяч, плюс еще 9 коробок на складе. Потом я запускаю задание на лед с ограблением. Опять же выбираю Маус, потому что у меня склад находится рядом с Маусом. Потом по новой коробке. Потом опять же запускаю задание наемной убийцы. Опять же получаю еще 42 тысячи. Потом опять 3 коробки. И на лед с ограблением. К 55 минутам я уже 3 раза успел съездить на наемную убийцу. И 3 раза на лед с ограблением, что мне в общей сумме дало примерно 220 тысяч долларов. И напоследок я увожу остатки коробок, которые я сфармил. То есть это 15 коробок и это 450 тысяч долларов плюсом. То есть в общем за час я сфармил практически 700 тысяч с учетом того, что можно выполнять это в полной сессии. И вы получите хорошую такую надбавку за большой спрос. Ну а на этом видос о заработке на этой неделе можно в принципе считать закрытым, так как я рассказал, как можно заработать на всех двойных выплатах на этой неделе. Всем, кому понравился данный ролик, подписываемся на мой канал, ставим лайки, а я и дальше буду выпускать более качественные ролики. Всем удачи, а я удаляюсь.